Сегодня я смотрю самые первые ролики популярных ютуберов по Free Fire. Бро, очень срочно ставь лайк, чтобы посмотреть, какая эмоция тебе достанется. Самый первый ролик Азама, 800 тысяч просмотров 4 года назад был снят. Он тут какого-то читера нашел, давай посмотрим. Всем здорово, с вами Азам. В этом видео я вам покажу игрока, который использует чит на бессмертие. Было обычное... Такой спокойный Азам, блин, даже непривычно. Пытаюсь выжить, ну тут уже понимаю, что надо уже действовать по-другому. Увидел вышку, решил посмотреть, есть ли там оружие. Не, честно, читер, конечно. Пацаны без читов тебя за секунду распиливают. Этот что? Азам убежал уже непонятно куда, а он там еще что-то стреляет непонятно. Как всегда, то, что мы хотим, никогда не бывает, а тут какая-то странная аптечка. Ну, ладно, блин, а карта-то какая, слушай. Графоний чуть-чуть, или что это за карта, я даже не узнаю. Подумал, дальше бегу, не знаю, что делать, вижу камень, тут начинается веселье. Блин, крутая карта. А, ну это те же самые Бермуды, скорее всего, просто-напросто очень старый Free Fire сам по себе. Ну тут ситуация, когда зона быстрее тебя сожрет. Да, забыл лайк поставить тоже. Оп-пуп. Эти гангстеры получили по ваучеру. Бро, его сможешь и ты получить. Ставь видеоролику лайк, не забудь подписаться на канал обязательно с колокольчиком. Оставляй айдишник в комментарии. Я уверен, что тебе когда-нибудь повезет. Ролик с вебкой хочу посмотреть, тут челлендж Азама. С вами Азам, сегодня я буду выполнять челлендж только сидя. Я на него такое, такой спокойный Азам, но в кипорике уже. А кто не посмотрел, обязательно посмотрите на моем канале. Ссылка будет в описании, наверное. А это не тот Free Fire, где вот только один персонаж, только одна билочка? Вот сами попробуйте, кто думает, что это очень легко, пацаны. Ну, просто тупо попробуйте. А, челлендж только сидя, нифига. В том, что ну, кстати, ты 130 тысяч просмотров, нормально. Один килл. Ну, нет, ладно, Азам красава, конечно. Геймер Икс, блин, тут вот у него заставка на 19, блин, секунд, она очень едкая, жесткая. Посмотри на это, вот посмотри, посмотри на этот ролик, посмотри. Всем привет, дорогие подписчики, вы на канале Геймер Икс. А, Геймер Икс, девчонку какой-то ролик позвал записывать. Сегодня я пытаюсь выбить костюм рэпера. Рэпер уже какой, ой, какой рэпер маленький. Блин, такой голос, ой, хорошо, что я, когда был маленьким, у меня интернета в целом не было, я и ролики не записывал. Йо, ниндзя, не приглашай меня, братан. Ну это на телефон, блин, понимаешь, тут урезано так, урезано сверху снизу еще замылено. И вот это вот можно растянуть, конечно же, но не дают геймеру покрутить за золото. Джекпотики. Вы получили приглашение в друзья. Лайк завозим, 208. Что, костюм рэпера? Это золото он крутанул? В последнее время с Геймером X мы, кстати, вместе начали играть. Мне его удалось затянуть в One State. Окунись в атмосферу Лос-Анджелеса и выбирай свой путь в уникальное RPG. One State позволяет играть с тысячами людей одновременно. Здесь очень клевая физика и графика. При этом грамотная оптимизация. Тебе будет комфортно на любом девайсе. Кстати, это первая ролеплей на телефонах и планшетах. Написанное на собственном движке. Мое уважение. Вводи промокод Юрич и получай 10 тысяч долларов. Скорее переходи по ссылке в описании и скачивай One State абсолютно бесплатно. Приятной игры. Первые ролики жабки. У него было много видосиков, которые без голоса, без вебки. Вот первый ролик с голосом. Вчера обновление, 28 марта. Что же там добавили? Добавили новое оружие. Ля, разносит. Как? Видео ускорено, непонятно почему. 98-й. Это снайперская винтовка, использует патроны АВП. Она сразу идет с 8x прицелом, также на нее можно прикрепить. Вот, давай, да, конечно. Блин, все такие раньше спокойные были по Free Fire, это очень жестко. Давай, первый ролик с вебкой, ну, по крайней мере, скорее всего, один из них, который я смог найти. Все какой народ, это новый видосик. Что-то всем типа... что? И все кака народ. Все кака народ. Ну, всем ква-ква, он как-то раньше так приветствовался. Вот половина вебки розетка занимает, половина вебки жабка ченнел. Это какое-то обновление было поставлено также 4 года назад. Нет пакета на голову, прикиньте. Какой жесткий, кнопка старта, менюшка сама. Но лобби, кстати, прикольное. Конечно, персонаж в него сюда вот не вписывается. Но прикольно, батл пас, купи алмазы, получи подарок. Вот стенд, то есть уже на фоне есть и такая рекламка. Трещер, первый ролик. Ну, с вебкой я уже не стал находить. Сегодня вам расскажу, как заработать. Лайк тоже ставим трешеру. Бесплатно, без доната, алмазы и золото. Так, так, так. Недавно
недавно ввели... Бля, какой фрипас, блин, луноход! Эта фишка будет работать, пока эта акция не закончится. Играя в игру, вы будете находить вот такие шарики сердца, называется. Так. Их можно обменять тут на вот такой вот подарок, называется коробка любви. Вы копите их, обмениваете, берете себе коробки. Это не те коробки, которые в предстартовом лобби наставляют, и оттуда можно, ну там, алмазы получить. Чтобы сделать все. Ай, блин, вот лобби, да, вот это, ну, посмотри, какой крутой, это кусок видите, карты, я так полагаю, да? Давайте отойдем чуть дальше и поставим. А, ну забираем. Да, да, наверное, может быть, это одно из первых вот этих вот кубков, которые можно ставить, то есть два, ну посмотрим, подходим, что тут. Подходим и забираем это все, открытие. Один алмаз дали, блин, вот так вот просто. Можно еще отойти дальше и поставить еще один, давайте сделаем. А ну-ка. Открываем, получаем 20 монет. Ну 20 золота, да, да, я думал, что каждому по одному алмазу там будет, но нет, повезло, капец, один алмазик-то чтобы один алмаз на халяву. Еще одна коробка. Давайте тут же поставим, открываем. Так, 10 монет, золота. Ну, такое, таким конечно. Образом можно заходить просто в лобби. Блин, очень крутой лобби. Вот он широкий, большой такой. Не то, что сейчас они какие-то вроде интересные, но маленькие. Возможно, другие игроки тоже поставят. Вот, видите, один еще там поставил свою елочку. Блин, смотри, какие персонажи все шакальные бегают. Можно уже выходить с лобби. В скафандре, чел. Ой, посмотри, какой. Ой, батлпасовский. Ну, реально крутые вот эти вот костюмчики были. Отец Евген! Очень жесткий ролик, но без вебки, конечно же. Так, 3 года назад уже снят. Из чего состоит инвентарь донатера, который задонатил в эту игру? Джигурдит! Раньше Женя джигурдил в X2, сейчас уже более-менее нормально. Вот, из чего состоит, блин. Ну, больше 100 тысяч рублей. Если не хочешь, чтобы мамка... Смотри это видео в наушниках. Здорово, 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 мой хороший. Спасибо, что сюда зашел. Музяк такой, то ли драмчик сейчас, то ли джампик будет. Очень многие, приходя на мой стрим, персонаж сильно стильно выглядит, спрашивают меня. Не, ну монтаж, кстати, интересный такой вот. Инвентарь донатера, ну, это обзор склада. Хотя у меня нет, поэтому мне не всралось, как... По карте там с Эмкой, а сзади у тебя такой... Ну, вообще, обзор аккаунта Жеки у меня на канале есть, поэтому лайк ставим, Женечку. Мастер чал, и все думали, о, них... тебе отец, ты секси. Вот для этих целей можно использовать. Дистери, очень, блин, вот первый ролик, ну, один из первых роликов с Вебой, уже имбово, прям, лайкоза такое сразу ставим. Всем привет, всем доброго времени суток. Вы находитесь на канале Дистери, с вами Владимир. Владимир с вами. На 16к подписчиков я вам разыгрываю вот этого крутого Мигеля. Вот надо к Дистери потом прийти и сказать, ты мне Мигеля как бы там, может быть... 2500 алмазов! Такой обосранный Мигель, ботинки, штаны и это, и все. Поставить свой царский лось, любой комментарий со своим ID игры. Надеюсь, кто-то его из вас заберет. Надеюсь, я. Майор, один из первых роликов. Ну, он только сейчас начал с вебкой снимать, поэтому он не особо отличается. Но, блин, я тут начало уже услышал, это жестко. Привет всем, это я, майор. Те, кто не подписан, подписывайтесь. И те, кто уже подписан, расскажите о моем канале с моим друзьям. Сегодня будем прокачивать мой аккаунт со спецпредложением. Блин, такой маленький, такой милый. Ну, блин, очень прикольно. Он так еще тихо разговаривает, так стеснительно. Поехали. Всегда вот, когда только так открываешь, всегда смотришь сначала вот на эту галочку. И тут такая галочка. Тогда, когда ты открываешь, кажется, что навсегда выпало. На самом деле нет. Один из первых роликов Блэк Нубика. На его канале он сначала стендов 2 пилил, потом перешел во Free Fire. Вот, собственно, один из первых роликов. Всем привет! Вы попали на канал Блэк Нубик. И сегодня у нас первый видос. Ну, кажется, может быть, Влад немножко сейчас поднабрал. Это хорошо. Ребят, а может быть, каждый и нет. Ваш лайк будет равняться одному алмазу плюс один. Но сейчас алмаз. Он тоже поэнергичнее, так уже вот это. Вот это все начал, то есть раньше тоже поспокойнее было. Прокачку. Набираем 1000 лайков, плюс 1000 алмазов к следующей прокачке. Ну, кстати, прокачке. Прикольно, он то есть вот на одной и той же как бы нотке, что раньше записывал, что сейчас. Надеюсь, вы также напишите в комментариях, хотели бы... Музыка, или правда, не хотели громковато, но... прокачки. Вот он, подлый клоун. Окей, давайте начнем с одного, посмотрим, вот что он, нам подлый выпадет. Клоун, вот он, итак, подлый открываем. Клоун. Нам выпадает какая-то ерунда. Особо не вижу, вот этот победить, инкубатор, потому, блин, такие раньше... Себе... Какой-то искорявленный вот этот вот инкубатор, но сейчас
сейчас, конечно, получше мне нравится, что выглядит, но я бы такой тоже покрутил. Очень все жестко, как-то налеплено, наглиномесено, очень-очень. Да, инкубатор нет, ребят, сейчас скидки на инкубатор, но я особо не вижу смысла крутить, потому что он мне про него ничего не сказал. Даркник! Эй, йоу, друзья, всем привет. Сегодня день новой рубрики. Даркник 2 года назад. Мы будем заходить к разным ютуберам во время прямой трансляции. Так, ну да, заходит и донатит. Давай, братка. Тут цари. Блин, она еще смотрит так тут. У нее небольшая задержка, я так конечно, понял, развернул. Со стрима. Посмотрим. Хромачок такой шакальненький. Даркник прикольный. Какой вот у него и микрофон задержка? Имбовый, и голос сам по себе очень-очень такой. Трэшер ТВ. Давай, братишка, давай. Смотрю, как Даркник смотрит, как Трэшер играет. Чувак вообще решил... Что? Первый ролик X-Ray. Привет, друзья, с вами X-Ray. И сегодня я хочу купить бесценное обещание, которое добавили в магазин. Бесценное обещание. Вот тогда! Что-то я видел эту фигню в магазине, но я не понял, к чему это вообще что. Скидки, к сожалению, нет. Алмазы стоят. И что это будет? Дайте лучше, друзья, с тобой. Все, отправлено письмо. Это вот что это такое было. Что за коробка? Напишите в комменты, потому что я-то не посмотрел это все. Мегафон. Это вот к вот этому не разлей вода или что-то другое, потому что... Если это раньше продавалось, но я в целом не удивлен, конечно же, буду. Ну, тоже X-Ray начал разгоняться уже, тут тоже спокойненький. Алекс Кикс, первый ролик тоже. Всем привет, с вами Алекс Неконфликтный и... Ха-ха-ха, Алекс Неконфликтный. Короче, сейчас битва. Зелебоба вызвал Смайла... на битву в реальной жизни, но это вряд ли состоится. И, короче, смотрите, ребят. Нифига, завесы, давай лайкос. Информация будет драться с Зелебобой в реальной жизни. Зелебоба на своем стриме начал регрессировать, вызвал Смайла на бой в реальной жизни. Ну, серьезно, ребят, это даже как-то смешно. А, ну то есть он разбирает пост один? Ну, я не уверен, что ради хайпа. Может, он просто разозлился слишком. Такое бывает, как у меня на стримах, ребят. Первый ролик Ray TV. Лайкос тоже ставим. Так, ну что, ребят, всем привет. Ну что? Давайте соберем 20 лайков, и я начну снимать новый. Кстати, вот тут девчонка какой-то играет, забыл, как ее зовут. Видос. А я хочу вам рассказать про новость, которую увидел в официальной группе. Блин, так летит, как ты решил сразу снять видос. А именно, разработчики хотят добавить нам гранатомет. Голос Ray TV похож на голос майора в нынешнем. Канала, как же он будет работать? Смотрите. Вот что-то такое есть. Как мы можем заметить, он убивает с первого выстрела. А, подствольник на близкие, добавили, нифига. Среднее расстояние. Про дальние ничего сказать не могу, так как недостаточно... Блин, подствольник, конечно, не особо люблю, потому что, ну, не ваншотит. В этом оружии вообще. Тяжелое оружие, может, конечно, стоит лично поиграть. Лично мое мнение, он внесет большой дисбаланс в игру. Например, со снайперки тебе нужно целиться в голову, и только тогда ты сможешь убить с первого выстрела. А здесь просто прицелился такой куда-нибудь. Такой фрифайр какой-то. Автоим сработал. Тускло-зелененький. Про читеров я вообще... Вау, вот это прицел. Смотри, какая картинка. Ну, честно, такой даже мне нравится больше, нежели нынешний. Он даже как-то поприятнее, пополигоннее. Очень классные ролики. Гангстер, поддержи лайком, если тебе этот видос понравился. Возможно, я посмотрю самые популярные ролики популярных ютуберов. Если под этим роликом наберется хотя бы 2000 лайков.